Привет, мои творческие друзья! Хорошего вам настроения и приятного просмотра! Сегодня рисуем пастелью, самой-самой простой. Берем бумагу для пастели, у меня Малевич, можете взять любую. Разрезаю лист А4 напополам. Можно, конечно, рисовать пастелью очень хорошего качества, Малевич, но она дорогая. Будем рисовать простой пастелькой сонет, короткой, очень маленькой палитрой, всего 12 цветов. И у нас все равно все получится. Выбираем нужные нам цвета. Два желтеньких, красный, два зеленых, светлый, темный, два синих, светлый и темный, белый и черный. Начинаем со светло-синего или голубого. С небушка подкрасили, пальчиком растерли. Такое удовольствие, ребята, рисовать пастелью, это невероятный кайф. Больше всего я люблю пастельные карандашики мелки. Рисуем солнышко. Края солнышка затемняем красным. Если есть, можно взять розовый, оранжевый. Смотрите сами, что у вас есть в палитре карандашиков, мелков. Пальчиком растушевали. Добавлю вот здесь немного желтого. Как будто блики попадают на тучки, на облака. Пробелы закрашу голубым. Вообще бумага для пастели идет всегда цветная. Тогда не нужно рисовать какой-то фон. Отделю линию горизонта, верхнюю часть от нижней. У меня это выше, чем середина листа. Вот здесь темным синим нарисую имитацию гор. Закрасила, закрасила, пальцем растушевала. Так вот, бумага для пастели обычно цветная, чтобы фон не рисовали. А у меня бумага кремовая. Такой красивый-красивый цвет слоновой кости. Ну, в принципе, можете взять простой лист бумаги, например, ватмана или бумагу для акварели. Вообще, пастель – это такой невероятно благодатный материал. Рисовать можно на всем, чем угодно. Рисуют даже на наждачной бумаге. Это же мелки, он крошится, и поры мелочка забиваются в наждачку. Мы рисуем ради удовольствия. Я решила сделать небольшую имитацию облаков. Взяла белый мелочек и наметила в некоторых местах облака. Ну, здесь по краям солнца сделаем ореол солнечный. И на облака добавим блики от солнышка. Можно желтенький. Укатываются мои мелочки. И можно немножко красного даже добавить. После того, как пальцем растушевали, можно сделать вот такие вот лучики от солнца, уходящие вверх в небо. Смотрите уже, как вам хочется. Все очень просто. Растираем белый чистым пальчиком. Чтобы не развести грязь. Ну и желтого добавлю. Темно-зеленым, даже смешанный, наверное, сине-зеленым цветом нарисовала деревья на заднем плане. Просто помалевала и пальчиком растерла. Вот получился такой лес вдалеке. С правой стороны будет вот такой остренький островок,
а с левой вот такой округлый едва-едва выглядывает. Растушуем темно-зеленым. И берег сделаем потемнее. Здесь небольшая травка, такая имитация темной травы и объема берега. Здесь у нас будет морюшка. Закрашиваем не очень активно, пускай будут пробелы. И пальчиком растираем, тоже не полностью, можно добавить белые полосы. Ну, пожалуй, и готово. Наметим вот здесь пару больших деревьев, одно побольше, другое поменьше, и вот такими движениями, кудряшками, разукрашиваем. Должны остаться пробелы. И растираем пальчиком, оставляя пробелы. Не сильно втираем бумагу. Выделю посильнее контур, ставим точки, имитация отдельных листочков. Это средний план, можно сильно не прорисовывать. Но у нас обязательно должны быть теневые места, светлые места и отдельные листочки. Это очень-очень простой рисунок, простой пейзажик. Справятся все. Вы только возьмите в руки пастель, обязательно мягкую. Не поленитесь, купите вот эту вот сонет. Всего 12 цветов. Она недорогая. Хватит на много-много рисунков, а получите ни с чем не сравнимое удовольствие. Потрясающий материал. Как будто вы с детками рисуете на асфальте. Можно добавить в некоторых местах белого, в некоторых местах даже темно-синего. Сильно не размазывайте. Вот такие кудрявые деревья у нас получаются. Тени нанесем попозже. Нет, все-таки нанесу сейчас. Взяла черный мелок. И в некоторых местах, особенно под деревьями, между деревьев и внутри, наношу несколько штришков теней. Можно прорисовать стволы деревьев и веточки, но не сплошной линией, а отрывистыми. И подчеркнем берег. И второй островок тоже можно выделить черным. Такие рваные края сделаем. Чем мы только не рисовали. И шерстью, и гуашью. Я очень люблю рисовать маркерами, пастелью и безумно люблю акрил. Акрилом мы, по-моему, еще не рисовали на канале. Обязательно попробуем. Ручки нужно помыть, чтобы не развести грязь на рисунке. Все, руки чистые, сухие. Обязательно делаем отражение солнышка на воде. Светло-желтый, вокруг темно-желтый и красный.
Не пытайтесь повторить то, что у вас нарисовано сверху. По водичке идет рябь. И растираем пальцем. Можно сделать вот так вот вверх и вниз пальчиком полосы, как будто рябь по воде. Солнце садится за горами, оставляет блики на деревьях, на горах, на воде и на травке. Поэтому берем светло-зеленый мелочек и пытаемся прорисовать травку. Думаем, куда у нас может попасть солнышко. На макушке деревьев, на травку. Видите, островок стал более объемным. Но про тени не забываем. И обязательно отражение на воде. И травка отражается на воде, и деревья отражаются. Несколькими движениями прорисовали деревья. И пальчиком растерли. Вот и все, отражение тоже готово. Где-то можно подтемнить, можно даже черного немножко добавить, но очень-очень аккуратно. Выделю посильнее край берега и тоже разотру как тень. Отражение от травки. Ну, остался маленький островок, намечу тут несколько кустиков. Готово. Кудряшками закрасила, круговыми движениями оставляя пробелы. Пальцем растерла. И теперь поярче, посильнее надавливая на мелок, прорисуем также отдельные листочки, тень между деревьями. Можно взять мелочек потемнее, можно даже взять черный и также прорисовать отдельные веточки и теневые места. Также блики от солнышка, освещенные места под солнышко. Можно даже где-то добавить белый. Наши кусты идут не сплошной чащей. И, конечно же, отражение на воде. Добавлю немножко белого. Можно этого не делать, но у меня бумага не белая, она кремовая. Добавлю голубого, чтобы было видно, что это водичка, что она бликует, что есть волны. И аккуратненько пальцем растираю. Дальний план, конечно, горы можно было прорисовать получше, добавить темные места, светлые места. Но я рассчитываю на то, что мой канал смотрят и маленькие детки, и начинающие. Это канал не для профессиональных художников, а для начинающих. Поэтому начинаем, конечно же, с азов с самого начала.
прорисовали в воду. Движения обязательно горизонтальные. И аккуратно пальцем растираю. Сильно в бумагу, прям в порошок не втирайте, чтобы было видно хорошо линии воды горизонтальной, которые мы наносили. Волны бьются о берег, и вот здесь вот у нас белая пена. Прорисуем. И у этого бережка. И ставим блики, короткие горизонтальные полосы. А возле берега волнистая линия. Похоже на волны? Да, похоже. Задний план прорисовали, средний прорисовали, остался передний. Можно, конечно же, сделать камыши. Все дорабатываю и рисуем камыши. Сначала проходим белым. Просто травку сделаем, осоку. Осока у нас растет не на одинаковом расстоянии, она не одинаковой высоты. Поэтому рисуем разную-разную травку. Можно взять темно-зеленый, прорисовать несколько травинок. Добавлю, пожалуй, темно-синего. И травинки у нас не растут в одном направлении. Поэтому сейчас уже направление некоторых травинок на переднем плане будем менять. В одну сторону, в другую сторону. И возьмем черный, самый яркий передний план. И уже начинаем прорисовывать кустиками. В одну сторону, в другую. Сильно на мелок не давим. Едва-едва намечаем травку. И усилим тени. Покрываем лаком для волос. Ждем, пока высохнет. И любуемся. Вот что у нас получилось. Картинка очень простая. Получится абсолютно у всех. Пока-пока, дорогие мои.